Так, Австралийский ручей. Океан впадает в эту водичку. И вот такая вот колюжица. Австралийцы тут любят зависать. О! Что? О, красные раки. Два красных рака. Я не лучше тоже. Вот такая здесь вот замес. Ну, барбекю. Все дела. В общем, народ отдыхает. Ну что, поехали там, с той стороны станем. Отошла. Слава богу, вода отошла, поэтому проще будет, я надеюсь. Ой, пришло. Вот тут нам придется пройти. Это не вода отошла. Это она. Это не вода отошла. А это что? Был отлив на минуточку. Ну, вот. А когда вы начали ехать, опять затопило. Но. Я уже практически дошла, пока не начала. Вот так вот переезжают в перешеек. Если у вас низкий джип, то нехер сюда лезть. Или вот. Тоже. Это Австралия, дед.
здесь? Не, время тоже даже такое. Мне ничего не показывает. Я снимаю, когда что-то интересное. Давай левый поворотник, покажи им, что ты его ходишь. Ух, тут медуза еще больше лежала. Что? Тут медуза еще больше лежала. А, небольшая здесь. Она громадная вообще. Чуем этим медузам. Медуза больше, медуза меньше. Рыбку ловят. Молодцы, картошки. Рыбочки. Сразу становится понятно, какие машины хорошие, а какие... Никакие. Никакие. Какие хорошие? Не знаю, я же не ездила на всех. Ну вот эта машина какая? Джип. И этим все сказано. Да.
Toyota. Ты снимаешь? Да. Смотри, какие, да? Старушечка. Зато бывал, да? Да. Он на ней, видно, точно уже знает, что из нее пройдет. Это да. Это вывеска с этим. Ну, она там. К озеру будет. Там. Пойду скупнусь хоть там. В озеро? Ну да. Ну то, которая купательная, там не дюны такие. А сколько ехать туда? Так нам-то все равно к отелю. Рядом с отелем. Сколько от отеля до него? А, ну, 5.